Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас вторая часть вот этого вот кардигана. Мы будем вязать дальше. В первой части мы с вами разобрали, как посчитать на свой размер, сколько набирать петель. Вот. И, в принципе, вот были у нас вот такие вот расчеты. Вот на своем примере я вам показывала. Вот, и вы должны были, в принципе, это по первому мастер-классу, хотя я как бы и не показывала, я только показала узор и как набирала петли и два варианта узора. Но я думаю, понятно из первого мастер-класса, что мы набираем то количество петель, которые мы рассчитали для вашего размера. У меня это 210 петель. Вот, и связала я вверх, если говорить о моем размере. То связала я вверх до проймы 32 сантиметра. Вот сейчас я буду писать, вот сколько у меня до проймы. 32 сантиметра. И пройма у меня 25 сантиметров. 25 сантиметров. Откуда эти цифры, девчонки? Значит, первым делом, что вы делаете? То есть вы рассчитываете по первому видео, сколько вам набирать петель, набираете петли, вяжете резинку, как я говорила, 8 рядов, потом переходите на основной узор, потому что у вас уже все рассчитано и с узором, и с раппортами. Вот. И далее вот вяжете до проймы. Так, ориентировочно. Далее, как же рассчитать, сколько это до проймы? Вы вяжете, ой, измеряете, сколько длину кардигана вы хотите. Я сейчас просто нарисую здесь, он у меня будет чуть длиннее, потому что это у меня в необработанном виде. Он у меня будет 60 сантиметров, как бы длина 60 сантиметров. Здесь у меня 57, поэтому я пишу 57, потому что еще будет обработка. По итогу он у меня получится потом 60. Но я просто пишу это для того, чтобы вам было понятно. Вот что из этих 57 сантиметров у нас 32 до проймы и 25 сантиметров после проймы. То есть открыто. Пройма. Сколько вязать эту пройму, девчонки? Знаете, что я делала? Я вычислила для начала ширину рукава, которую мне хочется. Вот. В моем случае я, кстати, у меня вот внизу чуть разутюжен кусочек, поэтому я по этому кусочку и пляшу от этого кусочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь раппортов, это 32 петли. Ну, плюс кромочные. Вот я вот так вот сложила. И вот такую ширину я хочу. 8 раппортов. Это 18 сантиметров. То есть рукав у меня будет ширина 18 сантиметров. А тут 25. Не пугаемся. 18 сантиметров. У нас оно все стянется. А 18 сантиметров, это у меня 32 петли. А 32 петли, это 22 кромочные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Вот, то есть мне как бы выреза на мои 18 сантиметров рукава нужно 22 кромочные петли, то есть 44 ряда. Вот смотрите, что получается. Получается 25 сантиметров, как и получилось. То есть, обобщаю все. Для начала вычисляем ширину рукава, какая у вас будет. Потом по этой ширине рукава вы вычисляете, сколько у вас будет петель по раппортам. Ну, то есть по этой ширине, по количеству петель, как бы в ширине, вы вычисляете, у меня это 32 петли. И потом, вот прямо из передней детали, я считаю, если 32, я округлила до 33, потому что из двух кромочных я буду доставать 3 петли. Одну, вторую, между ними третью. Вот так вот, таким образом. То есть расчет идет из двух кромочных
3 петли. Поэтому у меня здесь и получилось 33. Я округлила просто на 33 петли и разделила на 3. Одну третью я просто убрала, потому что каждая третья петля будет из промежутка. Вот поэтому у меня и получилось 22 кромки, 44 ряда, и это 25 сантиметров. Вот. Так, таким образом я и вычислила, сколько мне нужно как бы открытого вот этого среза. То есть я, допустим, измерила длину, которую я хочу, таким образом вычислила длину вот этого отверстия, ну, величину этого отверстия. От этой цифры отняла 25 сантиметров, получилось 32 сантиметра. Вот, что еще хочу сказать. У нас не бойтесь того, что здесь вот как бы 25 сантиметров. Да, потому что здесь, девчонки, у нас такой интересный узор. Обычно вот этой формулы нормально хватает на ровный рукав, вот каждая третья петля из промежутка. Но здесь этого недостаточно, поэтому рукав у нас примет вот такую вот, плечо примет вот такую вот форму, потому что рукав немного стянет, он будет 18 сантиметров, и вот получится вот такое вот красивое спущенное плечо без никаких фалдов и никаких как бы извращений. Вот спинка у нас точно так же примет вот такую вот форму, что нам очень в этом узоре поможет. Значит, что у нас по распределению, девчонки? Значит, по распределению мы помним здесь 2 четвертые, 1 четвертая и 1 четвертая. Всего у меня здесь 210 петель. Опять же, помним, я думаю, из первого видео, у вас это свое число, вы по своей таблице 210 петель. Из них 2 кромочные. То есть основного узора у нас 208 петель. 208 петель, которые нам нужно разделить на вот эти части. Делим сначала на 2. Это 104 петли спинка. Далее 104 петли делим на 2. Здесь 52 петли. Полочка и 52 полочка. Что это значит? Что здесь у нас плюс 1 кромочная и здесь плюс 1 кромочная. Делим таким вот образом. Сначала мы довязываем до проймы. Далее, видите, тут хорошо, никакой планки, никакого припуска на планке, ничего здесь нет в этом кардигане. Так что это очень даже удобно. Сейчас я эти моменты просто засняла, как я добавляла вот эту кромочную петлю. Сначала вяжем переднюю полочку, плюс 1 петля кромочная тут добавляем. И у нас получается сколько? 54 по итогу. Плюс 1 кромочная, плюс 1 кромочная. Это я сейчас покажу вам. Далее спинка 104 петли плюс 1 кромочная. Потому что здесь ни одной, плюс 1 кромочная. Плюс 2 петли. 106 у нас по итогу получается. Здесь у нас плюс 1 есть кромочная. И мы добавляем плюс 1. 54 петли получается. Это по распределению петель, по раппортам. Поэтому мы делили на 4. Помните, раппорты высчитывали, чтобы у меня получается здесь 13 раппортов, здесь 26 раппортов на это количество петель, и здесь 13. У меня все совпадает. Если вы считали по первому моему видео, то у вас тут все должно тоже делиться по раппортам и не разделять, не разделяется ни узор, ничего, все должно делиться. И вот каждую деталь мы вяжем ровно. Вот, до нужной вам длины. Тоже учитывайте то, что это еще без обработки, да, и вот так вот. Так, крой самый элементарный. Вот когда вы каждую, смотрите, так, моя полочка 52 петли, не считая кромочной, и я провязываю эти 13 раппортов, 52 петли. Кромочную просто снимаю, я ее не считаю. Считаю вот узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 51 и 1 накид 52.
И теперь мне, вот я из этой петли, просто из предыдущей, соображу кромочную, вывязываю кромочную. То есть здесь у меня получается 54 петли, 52 это 13 раппортов моих, и 2 плюс 2 кромочные. Вторую кромочную я здесь добавила и вяжу узором ровно. Так, далее у нас спинка. Вот спинка у меня 104 петли, и мне нужно добавить 2 кромочные. Каким образом я их добавляю? То есть 104 петли, это у меня 26 раппортов. Я добавляю одну кромочную, вот так вот прям вывязываю, как и здесь я вывязала. Далее вяжу узор, считаю 104 петли. Так, у меня здесь накид должен быть по узору. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, сто четыре. Петли, и последнюю кромочную опять же я вот отсюда вытаскиваю и провязываю, и поворачиваюсь, и вяжу просто спинку. Теперь у меня на спинке не 104 петли, а 106, потому что я добавила 2 кромочные. Вяжу спинку. Так, и тут я провязала сколько мне нужно спиночку и закрыла петли. Я вам потом покажу, как я закрывала. Я просто убрала вот эту вот поездку, убрала, чтобы они там не цеплялись, потому что шов все равно, это все дело пойдет в шов, как бы эти закрытые петли. Ну и вторая полочка, вторую полочку у меня, значит, здесь вот дополнительная петля второй, и все, там у нас кромочная есть со второй стороны, я ее тоже как бы отсюда набираю, эту кромочную добавляю, и далее вяжу по узору. Господи, опять уехала. Значит, отсюда я достаю эту кромочную. И вяжу далее по узору. И опять же по высоте на ваши, как бы, на ваш размер, на вашу величину. Когда мы вычислили количество рядов, вот, кстати, по рядам я забыла, вроде бы, как сказала, вроде бы и нет. Здесь 22 кромочные, это значит, ну, то есть, как я по полочке меряла, считала петли, 22 кромочные, это 44 ряда. Понятное дело, что ряды легко можно вычислить, основываясь на кромочные. Так, итак, когда мы провязали вот эти вот, вот это количество, боже, рядов, нужное нам для проймы, что мы делаем? Я закрываю половину петель. У меня здесь 54 петли, вот, если не считать кромочных, да, вот кромочные я считаю в закрытые петли. Это значит 52 петли узора разделить на 2, это 26, и плюс 2 кромочные, 28 петель я закрываю. Раз, два.
27 и 28. Теперь я довязываю ряд до конца по узору. Это значит, что у меня здесь должно быть накид 2 вместе. Накид, вот видно, что 2 вместе. 2 вместе, двойной. Теперь сейчас мы довяжем. Я вам расскажу, как же вычислить высоту капюшона и глубину капюшона. Сейчас мы тоже все будем на ходу по нашему желанию вычислять. Итак, я довязала до конца ряда. Теперь мы будем с вами рассчитывать капюшон. Как я это сделаю? То есть нам нужно сейчас рассчитать в первую очередь глубину. Вот я, допустим, я люблю объемные капюшоны. Кардиган я делаю не оверсайз, а вот капюшон я хочу объемный. Я не хочу по голове вот такой вот, как, кстати, на фотографии я увидела, и мне не понравилось. Я люблю объемные капюшоны. Хотя я как бы не большинство, поэтому как вы любите. Если вы любите маленький, то я вам рекомендую, девчонки, это где-то 25, в районе 25 сантиметров высота капюшона, да. Если вы любите глубокий, то это максимально 35 сантиметров. Это я люблю, так чтобы капюшончик лег красиво, да. Значит, от 25 до 35 сантиметров. Что вы можете сделать еще, чтобы перепроверить? Значит, вы можете перепроверить по высоте какой-то кофты вашей, кардигана, который вам нравится, толстовки. Ну, в общем, в районе вот этой вот цифры. Да? Если объем нет, то ближе к этой. Если ближе по голове, то ближе к этой. Что мы делаем с глубиной? Я оставляю вот точно так, как у меня вот сейчас вот полочка. То есть я те петли 28, да, которые закрыла, вот 28 петель, я их сюда и восстановлю, хотя нет. Уберу один раппорт, минус один раппорт, минус 4 петли, я наберу 24 петли здесь. Для капюшона. То есть здесь у меня было 28, я закрыла по плечу, а наберу я 24 минус 1 раппорт. То есть по капюшону у меня будет не 13 раппортов, а 12. То есть я восстанавливаю то же самое в глубину и чуть-чуть уменьшив, да, на 1 раппорт, вот на одну клеточку. Вы можете уменьшить на 2 клеточки, на 3 клеточки, увеличивать не нужно, это будет лишнее, девчонки. Поэтому я здесь вот вяжу изнаночный ряд и добавляю 24 петли. Вы свое число, которое вы высчитаете вот точно так же, как это сделала я. Хотела сделать точно так же, а потом смотрю, да нет, все-таки хотя бы одну, возможно, и больше. Я люблю объемный капюшон, потому что я сутулая, я всегда в капюшоне прячу свою сутулость. Вот правда, вот, я уже давно поняла, что вещи с капюшоном, как по мне, вот именно мне, скрывают мою сутулость. Вот. Поэтому люблю этот капюшон разложить, как шаль, прям на плечах. И тогда я себя комфортно чувствую. А если он маленький, то он там скукожится маленький. И как бы и он и не нужен на голову, как по мне. И как функцию свою, украшение он тоже не выполняет. Но это мое мнение, девчонки. Так, что делаем? Я 24 петли добавляю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Теперь я вяжу, девчонки, этот ряд. Я пока эти дополнительные петли провяжу лицевыми петлями. Здесь я вяжу узор. А далее я просто их совмещаю с узором. Они у нас
То есть, как вы заканчиваете, так вы и начинаете ряд. Либо с пол ромбика, вот, накидом, либо с двух вместе, чтобы полный ромбик связать. Ну, то есть, я думаю, к этому моменту вы уж точно с узором разберете. И теперь капюшон. Вот, допустим, смотрите, даже если взять вот этот расчет, я просто как пример его беру, 25 сантиметров, это 44 ряда. Вот эту часть, 44 ряда, 44 ряда мы делим на 3 равные части. Это значит 1, 4, да? Там 2 в остатке, их можно к этой части добавить, к основной. Значит, что у нас получается в капюшоне? Здесь у нас 2 трети, здесь 1 треть. Это значит, что мы вяжем 2 трети. 1 треть у нас составляет 14 рядов. Значит, здесь у нас 28 рядов плюс 2. Это значит 30 рядов. Вот эта часть со скосом у нас будет 14 рядов. Вот так вот мы и просчитали наш капюшончик. Ну, а теперь я вяжу вверх 30 рядов. Девчонки, я же вам не сказала, что у меня тут по моему размеру. У меня-то 35 будет капюшон. Поэтому я пересчитала на 35 сантиметров. И у меня вот эта вот часть, это 40 рядов. А здесь 20 рядов. То есть всего у меня 60 рядов на 35 сантиметров. 60 рядов, 35 сантиметров. Там у нас 44, а здесь 60. Вот. И вот я провязала 40 рядов. И теперь делаю вот этот скос. Скос я сокращаю для того, чтобы сделать скос. Я буду сокращать по 2 петли. Вот таким вот образом. В начале ряда лицевого 2 петли. Вот так, закрываю 2 петли. Это там, где наш капюшон. И в каждом начале, вот у меня здесь 20 рядов. Это значит, что в каждом лицевом я 10 раз вот так вот по 2 петли закрою. И у меня будет закрываться по 2 петли. И закрою я всего 20. Это очень удобно вот так вот по 2 петли, потому что у нас раппорт можно разделить на 2, 2 плюс 2, и поэтому мы, в принципе-то, и в узор вписываемся, и сокращаем. И все у нас здесь очень хорошо получается. То же самое при любом расчете. Итак, мои хорошие, я связала оба, как бы. Слушай, какая это, какое полотно живое? Я не знаю, это, конечно, и вот эта вот шелковая нить дает, конечно, эффект. Я хочу вам показать. Не могу добраться. Значит, одна часть капюшона. Давайте поднимем немножко. И вторая, это у нас правая полочка, это левая полочка. Вот. Значит, здесь сначала я вязала вот эту вот левую. И вот вы знаете, вяжу-вяжу, а оно потом со временем раз и вот так вот скукожилось. Не знаю, вот пока свежесвязанная эта деталь, она больше, но она скукожится. Вот, так, хорошо, что не вставляла вот эту нить. Значит, вот эту часть я вязала, вот мои сокращения, да, и потом 10 раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, где-то там 10. Вот, и потом оставшиеся петли закрыла. Потом правая часть, девчонки, правая часть, то же самое, только, видите, в зеркальном отображении. Вот так, как у меня на рисунке здесь нарисовано, так же и в реале, вот оно. Так, я думаю, это понятно, что две части мы вяжем в зеркальном отображении. Вот. И теперь, девчонки, и посредине у меня спинка. Вот. Вырезан на рукав. Сейчас я попробую немножечко обработать утюжком. И потом будем сшивать. Будем сшивать вот так вот плечевые швы. И второй плечевой шов. Сошьем капюшончик, пришьем. Ну, в принципе, вот такая вот деталь сейчас. Ну, это сейчас мы все сделаем. Итак, для начала я сшиваю плечи.
Вот здесь я сшиваю только нитью ангоры. Вот совмещаем наши рапорты, чтобы все совмещено, ну как бы не улетело дальше. Обычно вот так вот. Шов. Никаких петля в петлю, все равно она там распушится, ничего видно не будет. Вот, я сшиваю до капюшона одну и второе плечико. Так, смотрим, что Вика сделала. Вика сшила одно плечо, да? Вика сшила второе плечо. Видно, остался у нас тут. Тут хорошо, что мало швов. Нам не приходится как бы особо заморачиваться со швами. Значит, капюшон мы вот так вот складываем лицевыми сторонами вовнутрь. Видите, у нас здесь вот полочка, сам капюшон. И мы его сшиваем. Вот здесь вот у нас остается эти петли, которые мы набирали, то есть срез капюшона. Давайте я вот так вот положу, чтобы было видно, да. И петли спинки. Вот сейчас я сшиваю, сейчас покажу, что именно. Вот эту вот часть, смотрите, отсюда. Ну, то есть весь капюшон вот здесь вот я сшиваю. И потом останется только горловину заднюю. Итак, вот он мой капюшон сшит. Здесь, а теперь смотрите, что мы делаем. Мы раскладываем спиночку и вот сшиваем капюшон в этот разрез, ну, как бы спинки. То, что у нас осталось от сшивания плечевых швов. Вот плечевой шов, капюшон. И здесь вот теперь я сшиваю вот эту вот часть. И все. Так, пришила я капюшончик. Сейчас вам просто покажу, чтобы вы видели, да. Тут понятно, вот по спинке у нас идет одна сплошная линия. Не пугайтесь. Все оно я уже на себя примерила, все оно сидит, нигде ничего не тянет и не мешает. Так, что я делаю сейчас? Я вот помним, да, по нашим расчетам, по моим расчетам сейчас возьму, покажу, что у меня здесь должно быть 16 рапортов, то есть 8 и 8, да. Здесь я считала, 32 петли мне нужно по рукаву, значит. И я рассчитывала, сколько рядов мне нужно, чтобы было 32 петли при вот наборе петель 2 через, вернее, 2 плюс 1, скажем так, да. То есть, что это значит? Это значит, что, где у меня тут сгиб? Так, вот начинаются мои кромочные, или вот. Вот кромочная первая. Значит, я набираю, смотрите, одну из кромочной, вторую из кромочной, а третью между ними. Вот я цепляю одну и вторую кромочную и провязываю. Далее снова то же самое. Раз, два и третью между ними. Вот если так набирать, то у вас получится 2 плюс 1, да, то есть из каждых двух кромочных 3 петли. Раз, два. И так по кругу, да, и должно быть у меня в моем случае 64 петли. Вот в вашем случае ваше число, количество петель. Так, значит, вот у меня 64 петли. Один ряд я провязала, ну, стартовый, как бы, перед узором. И теперь я буду вязать узор. Буду вот до и после маркера делать вот как бы начало и конец ряда.
как я и делала. Это круговой ряд, поэтому... Ой, подождите, без накида. Значит, 2 с уклоном вправо, двойной накид, 2 с уклоном влево. Так как это круговые ряды, то теперь вот эти вот нам нужно повернуть, а эти мы не поворачиваем. Повернуть. Это в чем различие? Значит, и различие провязывания изнаночного ряда. Сейчас я вам покажу. Сама еще не знаю. Сейчас я до него дойду и покажу вам. Доходим мы до маркера. Вот и заканчивается у нас все двумя вместе. Все правильно. У нас сошелся узор. Теперь изнаночный ряд. Вернее, здесь он четный. Вот эти, подождите, нам же ж. Эту петлю я просто провязываю лицевой. Двойной накид. Я первый провязываю лицевой. Второй провязываю изнаночной. Вот эти две вместе я провязываю две вместе. А вот теперь вот, девчонки, нет. Ну, в принципе, вот так вот, и я думаю, и нормально, потому что, подруг, сейчас я попробую. Лицевая, изнаночная здесь, все понятно, ничего не поменялось. А если я сделаю вот так вот, и потом вторую, неудобно. Ну, в принципе, да, получается, что она... Если первую, вот смотрите, получается переброс в противоположную сторону. Если вторую, то получается переброс слева направо. Если, давайте еще раз вам покажу, а вам уже решать. Но дело в том, что чтобы был переброс такой же, я думаю, он значения не имеет. Вот, чтобы был, как и в первом варианте, ну, как бы в основном вязании, в поворотных рядах. А в обратную сторону это при круговом вязании более удобно. Ну, в общем, давайте еще раз вам покажу и тот способ. И я, скорее всего, что буду вязать в обратную сторону. Мне важно, чтобы это было... удобно, комфортно мне. Значит, две вместе провязала и первую петлю еще раз провязала, видите, и получилась эта петля справа налево. Я не захватила одну нить. Так, теперь если брать вот так вот отсюда, слева направо провязываем 2 вместе и вторую петлю провязываем потом, то у нас получается, как и в том варианте, ну, в варианте с поворотными рядами слева направо, да, все-таки так лучше, я думаю, все-таки, чтобы было одинаково. Значит, вот так слева направо провязываем. И вторую петлю провязываем еще раз. Неудобно. Неудобно. Может, я как-то приспособлюсь. Понятное дело, что руки приспособятся. Ну, вот этот вот вариант. То есть слева направо, потом еще раз одну петлю. Ну, и продолжаю ровно вязать по рукаву. По рукаву. Сколько у меня здесь, что у меня? У меня, значит, провязано 13 вот этих вот дырочек в высоту и в длину. Этот рукав, кстати, это уже я, что касается обработки, это у меня
намоченная и намоченный и высушенный кардиган. И длина рукава у меня составляет 35 сантиметров. Там рукав в оригинале, если вы помните, он какой-то 4 пятых, либо 3 четвертых, ну вот что-то такое. Ничего я не делала, не сокращала, не вот ровно просто вязала 35 сантиметров. 18 сантиметров ширину у меня рукавчик. Вот такой. И 4 ряда резинки в конце. Вот. Ну и закрыла петли все, соответственно. Здесь вот ниточку мне нужно заправить. И теперь нам осталось пришить молнию. Еще я сейчас заправлю эту нитку. Есть. Теперь еще я беру крючок, кстати, у меня 3,5 миллиметра. Вот так вот я и оставляю рукав. Далее я беру еще свою нить рабочую. И еще я сделаю вот здесь вот обвязку по кромочным петлям. Значит, таким вот образом перед. То есть я уплотню немножечко просто. Так. Значит, первая петля по кромочным пройдусь, только здесь вот, мне нужно вот так вот сделать. Здесь, девчонки, смотрите, подтягивайте. Все, вам покажу, что я имею в виду. Тут по резинке оно небольшая кромочная, но там у нас узор такой вытянутый вверх, поэтому подтягивайте вот эту вот цепочку, чтобы не стянуть кромку. Ее нужно немножко как бы уплотнить, но не стянуть. Вот видите, я вытягиваю, чтобы не стянуть. По кромочным. Вот так вот по кругу. Вот видите, чтобы как бы и придать плотность, и не стянуть, но и не растянуть же тоже, чтобы вот по капюшону и в другую, в обратную сторону обвязываю. Так, вот я обвязала, девчонки, сам, ну, по кругу. И сейчас самый интересный момент. Девчоночки, что я купила? Я купила вот другую молнию, смотрите, в магазине. Но 80 сантиметров. Ни на Алиэкспрессе я длиннее вот не нашла таких молний, которые с двумя вот собачками. Не в магазине. В общем, придется мне вот так вот. Значит, что я... То есть она будет не до конца капюшона у меня. У меня это все дело длиннее. Возможно, если вы вяжете маленький размер, у вас это все будет как положено. Ну, в общем, сейчас я ее вот так вот прикрепляю. Старайтесь... как бы, чтобы все ложилось естественно. Вот я вот так, эта нитка рабочая мне уже не нужна. Чтобы все ложилось как бы естественно. Это сначала я сейчас одну сторону, а вторую буду подгонять. Пришью ее, а вторую буду подгонять под первую. Вот. И вот смотрите, сколько у меня не хватает доверху. Как бы хорошо бы было, если бы была 90 сантиметров, и вот до верха бы мне хватило. Это было бы, был бы идеальный вариант, да. Ну, вот так вот у меня. Ну, что есть, то есть. Ничего страшного. И так хорошо, я уже рада, что я купила хотя бы другого цвета и с этими тонкими зубцами молнии. Вот. И что я теперь делаю? Я беру вот эту нить от, ну, от пуханорки, которую я не использовала. Обычная игла. И вот здесь вот мне вот эту штучку нужно
подогнуть вот так вот и начинаю шить. А шить я начинаю, девчонки, сейчас я вам попытаюсь объяснить. Кстати, спасибо опять же Ирине, по ее подсказке я этот способ как бы делаю. На том втором кардигане у меня я сделаю машинкой, пришью резинку, там будет другой способ, тот, который платочной вязкой у меня. Вот. И вот таким вот способом, ну, как бы классическим, да, я пришиваю. Вот. А здесь у меня вот эти вот как бы стежки, за которые потом будет цепляться крючок. Все. Пришиваю. Вот, видите? Стараюсь как можно ближе к этим зубцам молнии пришивать. Так, вот, смотрите, вот так вот я пришила. Видите, вот здесь вот это переплетение. Они нам как раз нужны, спасибо Ирине. Вот, и сейчас я прибулавлю вторую сторону, для того, чтобы она равномерно как бы была симметрична с первой стороной. Я вот здесь вот... А, да, и вот этот конец хотела вам показать. Вот так вот, немножечко, пару миллиметров я... как бы выпустила за молнию. И сейчас единственное, что нам нужно совместить, это вот эту вот резинку. Так, вот, чтобы у нас здесь совпадала резиночка. Далее идем вверх, складываем по шву капюшон и здесь совмещаем. Видите, сколько мне не хватило. Вот. Здесь совмещаем. И далее распределяем весь остаток молнии по вот этой вот молнии. Да, вот как раз оно у нас все прекрасно садится. Еще чуть потом же обработаем еще. Этот шовчик нам нужно будет. Вот, смотрите, все у нас здесь хорошо. Значит, я сейчас прибулавливаю здесь по длине всю молнию, совмещаю это все дело, чтобы все у нас легло симпатично, естественно. Вот, можно делать вот так вот здесь. А, зафиксировать. А что ж такое? Расстегнуть, чтобы... Ляня хочет новая молния. Так, отлично. Вот здесь вот я вот так вот и буду продвигаться, расстегивая молнию, чтобы удобнее было прихватывать. И пришью точно так же вторую половину такими же стежками. Вот таким вот мелким шагом доверху прибулавливаю и пришиваю. Итак, пришила я с обеих сторон молнию. Теперь что мы будем делать? Нам нужен крючок. У меня крючок 2 миллиметра. И я беру только один, как бы одну нить пуха-норки. И вот цепляюсь за вот эти ниточки. Опять же, спасибо нашей Ирине. Сейчас первую я прицеплю здесь. Здесь я вяжу таким вот образом 3 воздушные петли. Раз, раз, два, три. И далее, цепляя за вот эти вот ниточки, надо, Вики, ну это тяжело здесь, где вот эта пластмасска. Знаете, что я здесь
Нет. Вот здесь вот не затягивайте, девчонки. Так, попробуем помочь. Так. Вот. Вяжем столбики с накидом, которыми мы потом будем закрывать. Смотрю. Вот этот, вот эту молнию. Хватит, хватит в одну нить. Если вам кажется, что тонко сильно, то возьмите. Знаете, она тоненькая. Наверное, все-таки нужно взять в две нитки. Да, ее мало. Да, девчонки. Значит, в две нити. Вторая нить. Одна, две. Итак, в две нити начинаем. Значит, первую я цепляю вот здесь вот. Делаю 3 воздушные петли. Раз, два, три. И теперь. Так, вторую сюда же, чтобы покрыть вот эту вот часть. Да, в две нити лучше, потому что плотнее. Так, 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 Вика. Вот хорошо, что это дополнительная нить плотная, потому что если бы она разрывалась, это было бы не очень приятный факт. Приловчитесь, девчонки, сразу кажется, что это неудобно, но потом оно вот. Да? Нет. В эту ниточку нужно. И идем по кругу, прям по вот этим вот ниточкам за молнией. Мы продвигаемся. И вывязываем вот такую вот обвязку, которую мы прикроем у него. Да, в две нити это лучше. Все, я вяжу по кругу. Так, мои хорошие, смотрите, я довязала. Довязываю до свободного вот этого моего места. Если у вас молния, то у вас, ну, длинная, то у вас должно было бы сойтись вот здесь вот. Где-то. А у меня там свободное место, которое я таким вот образом сейчас заполню. Я просто буду привязывать к вязаному полотну эту цепочку. Вот таким вот образом. И перемещу. Блин, наверное. Опять не видно. Я вот никак не приспособлюсь. Так. Вот. И перемещусь сюда. И далее снова по вот этой вот полосочке. Ну, по молнии. Вот последние мои как бы стежки. Так. Вот я прошла по кругу. И последние мои стежки. Здесь у меня, конечно, один большой, потому что я не могла проткнуть. Ну да и ладно. Просто я в него сделаю штук 3.
столбика. Я все время вот так вот проверяла, как ложится. Да, и последний у меня будет вот здесь вот. И все. Ниточку я обрываю. Я ее спрячу. Теперь беру иглу с нитью, с той же крепкой. И теперь вот начинаю вот сюда я прячу нить. Я это все дело подшиваю. Вот и все, вот такая вот. И аккуратно получается, потом еще утюжком выровнять. Очень аккуратно получается. Спасибо, Ирина, за способ. Вот. И не надо особых каких-то навыков, да, ни пришивания молнии, ни обработки вот этой вот планочки. Все очень симпатично получается и быстро. Вот я сейчас вот так вот по кругу пройдусь и подошью вот эту вот обтачечку. И все получается очень аккуратно и красиво. Ну вот, мои хорошие, мой результат. Вот так вот выглядит эта обработка молнии. На себе, естественно, покажу вам фотографии. Я вам скажу, что я довольна. Вяжите, девчонки, хорошая вещь получается. Единственное, что я не люблю пухнорки, как он лезет, но его в любом случае чем угодно можно заменить. Вот. А я думаю, что к оригиналу я приблизилась. Как считаете? Ну, во всяком случае, я старалась. Так, что еще хочу сказать, девчонки? В принципе, почти все. Дежурные, как бы, дежурные фразы, ну, не люблю я их говорить, но, в общем, ну, нужно. Это просьбы поставить лайк, поделиться видео, оставить комментарий, подписаться на канал. Если видео вам было полезно, то вы можете отблагодарить меня. Внизу есть ссылочка на подписку, либо на лайк с чемоданчиком, с мешочком денег. Ну, мешочка не надо, но если пару копеечек, буду благодарна, потому что блогерам сейчас тяжеловато. Смотрите, ниточку я вытащила. Ну, я ее продену. Так, ну и что еще хочу сказать? Хочу сказать, что эта вещь у меня без хозяйки, поэтому если кто-то не чувствует в себе силы ее связать, либо вы знаете кого-то, кому эта вещь будет как раз, вот, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне в Инстаграм, либо в Фейсбук, либо, наверное, оставлю номер телефона на мой WhatsApp. Вот. Так что этот кардиганчик пока свободен, пока у него нет хозяйки. Буду рада, если хозяйка найдется. Вот. Вот так вот, девчоночки. А на сегодня, наверное, все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Да, и попрощалась с вами, вспомнила, что забыла сказать, что ушло у меня ровно 2 мотка пайеток и ровно 8 мотков. Совсем капелюсечка осталась пухонорки, но вот только я его брала без вот этой вот дополнительной нити. Она там не нужна, потому что я уже по своему опыту помню, что эта дополнительная нить потом мешает в обработке. То есть она хороша для шапок и для носков. Это благодаря вам я узнала эту информацию, я ее тоже не знала. Ну вот, и вам говорю, кто не знает, что убирайте вот эту нить, только в резинку ее можно вставлять, но не в основное полотно, потому что оно потом ВТО вам не поможет, оно вернется туда, где было. Вот сейчас, вот видите, сейчас видно, что он принял все-таки форму, был он такой, как сбитый изначально у меня, а сейчас я, кстати, я не знаю, сказала я видео или нет, я намочила и разложила в свободном, как бы, полете высыхать это изделие, поэтому вот, и считаю, это, как бы, для вот этого узора самый оптимальный вариант. Ну, еще раз попрощаюсь, девчонки, спасибо за просмотр, спасибо за лайк, за комментарии и за то, что вы у меня есть. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.